покажу сейчас, где делается самый вкусный кебаб Мерсине. Посмотрите, какой сервис. Такое вы нигде не увидите больше. Все смешанное. Посмотрите, какая красота. И очень вкусно здесь готовят. Это место я вам покажу. Салат. Картошка. Жареный лук. Помидоры. Я выбрала шалган. Острый. Мой муж выбрал айран. Приятного аппетита вам. Смотрите. Кебаб. Шеф Ибо Кебаб. Находится возле моря. Виран Шехир. Вот такой сервис, самый лучший кебаб. Мерсине. Так, мои хорошие, а сейчас вот так вот делают этот кебаб вкусный. Посмотрите. С помидорчики здесь. Вот так вот все. Это джигер с печенкой и мясом. Вот такая вот печь. Очень все красиво. Посмотрите. Это мастер. Видите? Вот полуфабрикаты. Это печень. Это мясо. Самый вкусный кебаб. Энлизит ли кебаб Мерсинда? Аркадашлары. Так вот. Потом его жарят. А также есть. Это холодильник. Так, друзья мои, и вот это самый лучший кебаб. Вы посмотрели, наверное, как он готовится. Это что-то не очень вкусное. Вы себе не поверите, мясо тает во рту, настолько прожарено. Курица под каким-то соусом сделана. Она вот, хотя филе, но такое мягкое, вообще слов нет. Друзья мои, пожалуйста, если вы хотите вкусно покушать Мерсине, я вам скажу, сколько это будет стоить. Пожалуйста, приходите вот сюда, в Мерсин. Вот Вирашихир, такое место, возле моря. Если вас заинтересовало, пишите мне в комментариях, и я вам отвечу, где он находится и сколько это было стоило. До встречи! Надеюсь, информация для гостей и для всех моих друзей-подписчиков была интересна, особенно для тех, кто хочет посетить Мерсин и вкусно покушать. Ванилья, чоколада, лимон, карамель, бум, микс. Карамель, вер. Микс, насыл? Все, карышек, бунларын карышек. Олсун, о, бир, да, ванилья. Посмотрите, как делают мороженое здесь. Шоу целое, шоу. Алмая чалышу. А? Посмотрите, что творит он. Рефлексер видер, о. Вот так вот. Шоу. Вот такие здесь циркачи. Вкусное очень мороженое, я люблю такое. Ах, какие. Наконец-то. Посмотрите, какое красивое. Посмотрите, какая красивая машина. Не могла ее не заснять. Сюда видно или нет. Обалдеть, какая красота. Керчек-то. Посмотрите.
такие машины в Мерсине. Красавец. Друзья мои, я хочу вам показать район Мезитли. Какие здесь новостройки. Это новый район. Смотрите, пожалуйста, дома еще вот не сданы. Идет ремонт. И какие красивые. Здесь есть природный газ, уже все проведено. Такие новостройки. Ну, конечно, дорогие здесь. Вот впереди теплицы, огород. Люди пользуются возможностью, пока нету. Говорят, что здесь будет парк, но вот пока не строят, еще видно, не сданы эти дома. Поэтому люди заняли это место под огороды. Смотрите, какой красивый дом. Я сейчас вам покажу это поблизости. Очень красивые дома здесь. Апартаменты, то есть не ситы. А там вот улица центральная, то есть вы рядом перейти, магазин и все. Теперь я вам показываю. Здесь я сейчас нахожусь в доме моей заловки, тоже у нее новый дом. Вот под низом такая вот, моют ковры здесь. Видите, такси, все рядом. И вот сзади, сзади домов, такое здание. Это городская мэрия. Это городская мэрия. Поэтому здесь пожарная, где-то пожар, поэтому выключили свет. Да. Так вот, тантуни продают вот здесь. Вот кафе сделали, дом еще не сдан. Но на первом этаже попробую вам увеличить, как могу. Такое кафе. Посмотрите, пожалуйста. Это заселенные дома. Ой, когда проезжает пожарная, мне так страшно становится. Вот. Очень красивые дома. Дорогие, 400-500 тысяч лир. Очень красивые дома. И напротив. Балкон, и покажу вам дома, вот такие находятся с задней стороны. Я вам показывала этот дом, очень красивый. Рядом лицей. Это Шумахер пролетел. Все рядом находится. Это считается новый район. И вот здесь, да, я вам покажу дома сначала. А сейчас я вам покажу это со сдалека, как все выглядит. И смотрите, здесь тоже будут что-то строить. Вот видите, в новых домах сразу включается свет. Выключили, потому что где-то пожар. И сразу включаются движки. А вот посмотрите с этой стороны. В общем, вокруг все рядом. Центры, магазины. Вот такой район. Мезитли новый. Здесь вот такие вот дома красивые. Вот во дворе маленький дворик здесь у нее, но очень дружно. В ее доме 6 квартир, или нет, 20 квартир, пятиэтажный дом, машины такие, кошечка, оттуда вход.
Надеюсь, вам понравилась информация. Приезжайте, покупайте в Мерсине недвижимости в Турции. Сегодня у нас ужин. Я здесь приготовила турецкое блюдо. Сама не знаю, как называется. Знаю, как называется. Как-нибудь потом в рецепте я расскажу, как это делать. Вот котледжаны пожарила. И себе я приготовила вот так вот. Все вместе. А мой муж любит сам по отдельности. Так что вот так вот салатик. Котледжан. Вот это вот очень вкусное турецкое блюдо. Вот. Приятного аппетита всем, друзья мои. Thank you.